Режим самоизоляции стал серьезным испытанием не только для людей, которые вынуждены сидеть дома, но и для провайдеров. Они фиксируют резкий рост потребления услуг связи. Сейчас красноярцы в гораздо большем объеме сидят в интернете. Там люди общаются, смотрят фильмы, учатся, работают. Как поставщики интернет-услуг справляются с нагрузкой, обсудим прямо сейчас. У нас в студии находится исполнительный директор компании «Орион Телеком» Антон Черкашин. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Ну, первый вопрос. Студентов, школьников перевели на дистанционное обучение. Работники сейчас на удаленной работе. Насколько возрос спрос на ваши услуги и насколько нагрузка увеличилась на сеть? Специалисты компании «Орион Телеком» фиксируют рост нагрузки примерно в 1,5-2 раза. Но вместе с ростом нагрузки изменился и характер потребления услуг. Если ранее мы фиксировали пик объема потребления в вечернее время, то в текущий момент пик у нас прямо с раннего утра, с 9, с 8 часов. И пик не спадает до самой ночи, до 11, до 12. Ну, а вы были к этому готовы? С какими проблемами, может быть, столкнулись? И пострадало ли качество? Мы очень быстро адаптировались. Мы усилили наш колл-центр и перевели сотрудников на усиленный режим работы. Поэтому, да, мы готовы. Хорошо, что все в порядке. Расскажите более подробно нашим телезрителям, какая связь между роутером, скоростью и качеством связи? В текущий момент компания «Орион Телеком» имеет 50% запас пропускной способности наших магистральных каналов. Если мы говорим про связь скорости и качество услуг, то я бы хотел прежде всего обсудить такой вопрос. Мы с вами ежегодно приобретаем новые телефоны, новые ноутбуки, телевизоры с выходом в интернет и зачастую забываем про черную коробочку, которая стоит у нас в коридоре либо в зале. Эта коробочка называется роутер. И специалисты компании рекомендуют нашу коробочку, роутер, менять один раз в 2-3 года. Именно роутер отвечает за качество интернета нашего домашнего с вами. Ну вот если кто-то захочет роутер поменять, работают ли сейчас ваши офисы обслуживания и готовы ли вы принимать абонентов? Наши офисы открылись с понедельника, поэтому мы готовы принять всех наших посетителей. Мы ответственно относимся к мерам нашей безопасности, поэтому все наши менеджеры проинформированы о мерах. Они все имеют средства индивидуальной защиты, в офисах производится уборка и дезинфекция. Что касается нашего колл-центра, то наш колл-центр работает круглосуточно, и в нашем колл-центре готовы проконсультировать всех желающих подключить услуги, мы готовы проконсультировать в выборе оборудования, и, используя наш колл-центр, каждый желающий может подключить интернет, не приходя в офис. Интернет можно по нашему телефону, проконсультировавшись с оператором колл-центра, заказать себе специалиста на дом. Человек придет, принесет договор, оборудование и быстро подключит всех желающих к интернету.